помощник. Люди вопрощают, как так можно? Но я-то знаю, они видят и слышат больше вас. Порванные струны хлещут по рукам. Он эту музыку не слышит, он не уверен даже в том, что он дышит. Тишина ему поправит кудри на виске. Бемоль гуляет по квартире, скрипач, перечивший сатире, оглох, когда еще родился, может, умирал. Глухой музыкант, слепой художник, как так можно? Но я-то знаю, они видят и слышат больше вас. По коже стекает черной краской, искусство не может быть прекрасно. Скрипки порванные, струны хлещут по рукам. Порванные струны хлещут по рукам.